Не стоит вам этого делать, мистер Дженсон. Отключите режим изоляции, и все демоны этой станции тут же набросятся на нас. Боитесь смерти, Дэрол? Или последствий того, что натворили? О, я в курсе, что я творю, поверьте. И меня это не радует. И все же вы на это пошли? Я поступаю так, как необходимо. 20 лет назад я подарил миру технологию имплантов. Я думал, что дарю ему светлое будущее, но оказалось, что я дарю ему средства самоуничтожения. Никакие законы и постановления ООН этого не изменят. Там люди умирают. Сотни тысяч людей сходят с ума из-за вас. Мне нужно было убедить мир. До сегодняшнего дня некоторые считали, что мы должны украсть у богов огонь и изменить человеческую природу. Но человеческая природа — это единственное, что дает нам моральные ценности и социальные навыки, необходимые для мирного существования. Уничтожив это, мы уничтожим весь наш род. Не надо строить из себя героя. То, что вы делаете, безумно. Правда? Когда все кончится, иллюминаты не смогут контролировать таких, как вы, как они изначально рассчитывали. Никто не сможет использовать изобретенную мной технологию, чтобы превращать людей в нечто иное. Что, как мы оба знаем, уже происходит. Вы возомнили себя Франкенштейном, убивающим свое чудовище. Вообще-то, мистер Дженсон, я предпочитаю считать себя Дедалом, беспомощно наблюдающим, как его дитя падает в море. Я положу этому конец. Сейчас же. Вы не сможете. Сигнал генерируется центральным передатчиком этой базы. Система безопасности Панхеи запрограммирована защищать его. Она убьет вас, прежде чем вы сумеете подобраться. Вы разработчик системы, Дэру. Вы знаете, как отключить ее. Но не скажу. Можете считать это крайностью. Вы просто не понимаете. Чтобы пережить это столетие, люди должны выкинуть из головы дурацкие мысли о превосходстве и приготовиться к переменам. Но для этого им необходим жестокий урок. Пусть прольется кровь. Вы считаете, что человечество заслуживает наказания? Единственное, что понимают люди — боль. Когда все закончится, некому будет готовиться к переменам. Ужас, который нам придется пережить по вашей милости, убьет в людях все человеческое. Я знал, что жертв не избежать, но думал, со временем человеческий дух возродится. История неоднократно показывала ограниченность и инертность человеческой расы. Единственное, что может расшевелить их как общество или как вид – трагедия, катастрофа. Я сожалею всей душой, но зная людей и представляя себе, какая опасность нам угрожает, не могу поступить иначе. Вы хотите, чтобы мы тоже увидели? Хорошо. Человечество под угрозой, технологии сводят нас с ума. Вы считаете, кто-то задумается об этом, когда будет оплакивать погибших? Друзей, соседей, всех, кто был близок. Вы хотите, чтобы мы увидели, как они гибнут? Конечно, нет. Я не хочу войти в историю как чудовище. Поймите, я создал людей, подобных вам. Я сделал это возможным. Если бы судьба распорядилась иначе, возможно, здесь не было бы ни вас, ни меня. Разве вы не видите, как смерть гонится за нами, пытаясь стереть в порошок? Мы должны помочь ей, иначе такие, как вы, будут и дальше разрушать общество. Знаете, меня всегда удивлял ваш протез ноги. Странно, что у создателя такой великолепной технологии нет самого простого импланта. Никак не могу понять, в чем дело.
Разве что он один из тех немногих, кто генетически несовместим с технологией. Ирония судьбы. Убийственная насмешка, которая день за днем разрушает вас изнутри. И вот вы уже ненавидите то, что вам недоступно. Как вы смеете? Думаете, я сделал это потому, что ошибка природы лишила меня возможности стать одним из вас? Я все перепробовал. Все, что сумел придумать. Ничего не помогло. Ничего! И вы решили это исправить, да? Взять в свои руки. Сделать так, будто ничего не было. Да. Да, это именно то, что я... Что я наделал? Дайте мне коды, Дэрроу. Помогите мне прекратить это. Вы будете в опасности, помните? Система безопасности Панхеи, большая ее часть, автономна и смертоносна. Но если вы все же добьетесь успеха, если коды помогут вам отключить систему и добраться до передатчика, расскажите миру, почему я сделал это. Объясните им все об иллюминатах, о биочипе, о Панхее. Помогите им понять, что мое изобретение ни для кого не станет желанным будущим. Коды позволят вам нейтрализовать проект Хирон, систему безопасности Панхеи. Когда вы все увидите, вы сами поймете, этой технологии не место в мире. Ричард, режим изоляции отключен. Возвращаюсь к ангару. Посмотрим, открылись ли двери. Кого-нибудь удалось найти? Есть несколько слабых сигналов, но помехи слишком большие. Боюсь, тебе придется действовать в одиночку, Дженсон. Что это с тобой, Фрэнсис? Такое ощущение, что тебя это расстраивает.
Только быстро взглянуть. Вот и все. Никто не пострадает. Тень, не подходите! Не подходите ко мне! Некуда идти! Не надо было сюда переходить. Мы не можем их больше контролировать. Thank you.
выглядите относительно неплохо, не так? Учитывая обстоятельства, да. А вы как? К счастью, мне удалось забаррикадироваться здесь, когда ситуация вышла из-под контроля. Теперь уже можно выходить? Нет. Остальная часть станции еще на осадном положении. Оставайтесь здесь до прибытия помощи. А пока скажите, здесь можно загрузить программу Praxis? Да, конечно. Компьютеры не пострадали. Посмотрите сами. Я останусь здесь. Здесь безопасно. Если вам потребуется помощь или найдете подмогу, возвращайтесь. Говорит Уильям Таггарт. Если кто-нибудь меня слышит, умоляю, помогите. Мы забаррикадировались в главной серверной. Многие ранены. Пожалуйста, спасите нас. Пожалуйста, спасите нас.
сделать? Это меня не добраться, ничего, чудовище! Прячься! Да. Нет, ничего не понимаете! Я тебя вижу, невидимка! Ты понять! Я все объясню! Иди к черту! Иди к черту! Ненавижу вас! Ладно, слышал. Мы обойдем с другой стороны. Обойдем. Нет, я знаю, это меня не добраться. Брось из моей головы! Оставьте меня в покое! Да ладно, что такое? Тут никого нет. Кто там такой? Иди к черту. Не подходите! Ненавижу вас! Будут железяки! Я вас всех прикончу! Я вас всех прикончу! Прекратите шум! Ненавижу шум! Хватит убегать! Не достанешь мне тебя поймать! Забери меня! Адам, слава богу, ты здесь. У нас тут раненые. Сначала надо вывести их. Пока никого нельзя выводить. Сначала мне нужно спуститься вниз и прекратить трансляцию Дэру. Что такое? Зачем? Хаос, который творится здесь, творится везде. Иллюминаты создали биочип, который мешает людям использовать возможности имплантов, а Дэру превратила его в аварийный выключатель. О, боже мой, Хью. Надо это исправить, Адам. Если люди поймут, что происходит.
Если они поверят, что этот хаос создан имплантами, такие исследования прекратят навсегда. И это плохо. Да. Ты не понимаешь, чем мы рискуем? С тех самых пор, как человек только выполз из океана, мы пытаемся получить новые возможности. Технология имплантов — это лишь последний величайший шаг на очень длинном пути. Но мы даже не начали раскрывать ее истинный потенциал. Мы не должны допустить, чтобы страх нас остановил. Это ваше убеждение, Шариф. Не все их разделяют. Но ты разделяешь, Адам. Я точно знаю. Если мы будем действовать сообща, мы изменим мир. Мы улучшим жизнь всех. Но только если решим эту проблему. Продолжайте. После того, как ты остановишь сигнал Хью, надо всем рассказать. Рассказать, что во всем виноват фронт человечества. Якобы их врачи создали вирус, воздействующий только на людей с имплантами. То есть солгать. Так мы выиграем время, сынок. Чтобы понять, как можно уничтожить биочипы иллюминатов и продолжить. А как же насчет пострадавших? Они не заслужили узнать правду. О, Хада. Если мы хотим обрести истинную свободу, не стоит руководствоваться ложной моралью. Кто-то окажется жертвой. Такова реальность. Это эволюция, сынок. Так, эволюция основана на моей ДНК. Пожалуйста, Адам, доверься мне в этом вопросе. Я подумаю над этим. Хватит убегать! Ну и как мне тебя поймать? Опять началось. Деньги. Не двигай.
может быть! Нет! Нет! Это меня не добрало! Кто ли? Это серьезно! Access granted.